Я прошу тебя в энергоинформационном поле найти тонкую эфирную энергетическую копию 1975 года, воплощенная на Земле. 1, 2, 3. Нашла. Хорошо. И снимаются все маски и голограммы фантом присутствия в первозданном виде. 1, 2, 3. Тана. Хорошо. И бери тогда Елену и поднимайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Да, здесь. Разбей Елену на 7 тонких тел. 1, 2, 3. И проведи их визуальный осмотр. Начинаем с красной чакры. Первая. Неплохая чакра, но вот на левой ноге пустая. Света нет, и там как висит кто-то. Понятно, кто-то может висеть. Хорошо. Давай осмотрим вторую чакру. 2 пальца ниже пупка, оранжевая. Хороший, вверх пустой. Третья чакра желтая, живот. Кто у нас там живет? Тоже низ хороший, вверх пустой. Там арахноиды селятся со своими спрутами. Откуда же он какой-то белый? Сейчас будем разбираться. Поехали. Зеленая чакра, 4-я. Сердце, грудь. Плохая чакра, почти вся пустая. У нее почему-то голова как светлое пятно во всех. Ну там спрут сидит. Светло-голубой цвет, горло. 5-я чакра. Смотри, чакра полная, голова также белая, и она как какими-то такими черными тонкими лентами. Лентами? Да, но не полностью, но, наверное, завитка 4 вот так по всей чакре. Ты посмотри. Понял, хорошо, поехали. Третий глаз, темно-синий цвет, 6-я чакра. Блестящая, и голова белая тоже. Понятно, на всех, короче, телах. И 7-я, фиолетовый цвет. Любимое место обитания. Ну вот он здесь. Ну он здесь, да, хорошо. Так, собираем все тела вместе. 1, 2, 3. Выставляем между тобой тонкой копией защиту. Защита действует, защита активирована. Хорошо, Вера, давай. Начинаем со сканера. И Елена в сканер сейчас стоит. Я даю команду, значит, 3, сканер начинает сканировать все тонкие тела на всех частотах. Выявляя любых подселенцев, моментально загораются ярко-красные лампочки, выстраиваются каналы, и ответственный по этим каналам интерферент притягивается в клетку-тюрьму и становится нашим заложником. 1, 2, 3. Сканер начинает сканировать все тонкие тела сверху донизу, проявляет, находит любые импланты, чипы, датчики, любых интерферентов и подселенцев, выстраивает каналы, по этим каналам притягивается ответственный в клетку-тюрьму и замирает в ней. 1, 2, 3. Что у нее этот спрут, он белый, с розовыми лапками. Ага, понятно, паразит. Кто еще? Рептилоид. Где эти Греи? Рядом Греи. Сколько их? 2. Да, Грея. Так. Репт. 2 Грея. И бес у нас. Считай цифры над головой беса. 1, 2, 3. 8. Бес. 8-герцовый. 7, 8 идет. 7-8-герцовый. Хорошо. Репт, 2 Грея, бес, пруд. Сколько каналов? Посмотри, пожалуйста. Все каналы проявляются, снимаются все маски. Еще кто-то есть. Я знаю, да. И как, не вытащили мы его? Вот эти черные линии к нему идут. Это черт. Черт, я тебе сейчас рога обломаю, если ты не выйдешь. Сейчас добровольно и не сядешь в клетку. Вышел или нет? Подожди. Вышел, да. А че ты сразу не выходишь, я не понимаю, черт. Ты че, глухой? Запутался, говорит. Ну вот запутался, тебе один удар по голове к моим копьем. 1, 2, 3, удар. Больно. А это еще только начало. Может быть, уверены, что еще будет веселее. Если мне кто-то в этой комнате соврет, объявляя процедуру на сегодня. Вы все обнаружены. Мы уполномочены здесь Еленой вытащить вас всех из его биополя. Кого-то накажем сегодня за этот рассеянный склероз, который какой-то паразит ей установил в голове. Спрут, я имею в виду тебя. Я имею в виду тебя. Тебе сегодня будет весело, я тебе гарантирую. Запомнишь ощущение на всю свою жизнь оставшуюся. Так, рептилоид, какой уровень? 1, 2, 3. Считай цифры. 172.
172, хорошо. Грей, двое стоите, да? Двое. Ну, вдвоем и останетесь. За ложь. И я даю команду, и сейчас в этой клетке проявляется третий Грей. 1, 2, 3. Робот проявляется. Силами его намерения становятся видными. Подсвечивается ярко-красным цветом. Есть. И за обман Грей робот выходит из клетки и открывается портал в галактической ядро. Робот улетает на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Он говорит, не надо так делать, это же наша техника. И я подхожу к Грею и каждому по удару моим копьем на чистоте Грея за разговоры. 1, 2, 3. За обман получили. Я спросил, сколько вас? Вы сказали, вас двое. Вот вы двое и остались. Я тебе скажу больше. Ты сегодня вслед за ним уйдешь. Если ты еще посмеешь мне что-то перечить в моей комнате диагностики. Ты это понял, Грей? Человеческая злость. Злость? А теперь сделай запрос о нас в своих мирах. И ты узнаешь, что такое злость. Я помолчу. Промолчи лучше. Так, два Грея. Так, без... Обращаясь к рептилоиду еще. Когда ты зашел, рептилоид? Когда ты их привел? Этих двух клонов. 3. 3 года? Да. Какая ваша цель была? Какую энергию вы отсасывали? Синий глаз. Третий глаз. Что вы, зачем вам эта энергия? Синее тело. А, синее тело, да? Понятно. К этой энергии. Понятно. Рептилоид, я обращаюсь к тебе с просьбой. Ты главный в этой команде. И с этими я двумя клоунами не хочу разговаривать. Они мне уже соврали. Поэтому проследи, пожалуйста, когда я дам команду вытащить все из биополя Елены, чтобы они все вытащили. После этого я проведу проверку 1 000 000 герц. Если они что-то оставят, я не только это сожгу, я сожгу их вместе по каналу. Ты это понял? Так, бывает. Хорошо, договорились. Так, переходим к бесу. Бес, слышишь меня? Да. Рассказывай, когда ты зашел, на какую энергию? За что был ответственный? Он говорит или... На грусть и энергию. В больнице подцепился, да, говорит. Сколько ты сидел в теле? 2 года. 2 года. Хорошо. Какую энергию ты воровал? Разную. Конкретно? Чудо мне показывает, что он выходил. А он выходил. Хорошо. Скажи, где вполне возможно... Бес, ты выходил в доме, там есть портал какой-нибудь у Елены? Нет, это не дом. А что это? Это другое место. А ну объясни, что это такое, почему ты выходил? Разные места, где она была, он выходил, потом находил. Понятно. За какие боли ты был ответственен? Я не причиняю боль, только немного усиливаю чувства. Ты не причиняешь боль. Скажи мне, бес, тогда, кто ответственный за рассеянный склероз, за этот диагноз, который поставили Елене? Я же в ногах сижу, ты знаешь. Это не ответ. Тот, кто в голове. Понятно. Ну, ладно, хорошо. Хорошо, бес. Там лярва есть на теле? Есть одна. Я тебе ее отдам, если ты будешь со мной дальше кооперировать и разговаривать в таком тоне вежливо и отвечать на мои вопросы. На спине по позвоночнику. Хорошо, я тебе потом дам команду, ты ее сможешь забрать, когда я тебе разрешу. Хорошо, переходим к черту черт, который соврал и не вышел из тела, получил уже свое предвкушение. Спрашиваю, когда ты зашел? Бес привел. Понятно, вместе с ним, значит, 2 года, да? А эту лярву они пытались достать, вот ну, этой черной ленты. Почему ты сразу не вышел, когда я давал команды? Почему ты не... Говорю, запутался. Ну как запутался? У нас же сканер работает, он тебя должен был вытащить. Ты какую-то там защиту ставил или что там хитришь? А ну расскажи мне. В ленте завязался. В своей же, да? Ладно, хорошо. Так, и переходим к главному виновнику торжества, белому спруту. Считай цифры над его головой. 1, 2, 3. 108. 108. Угу. Так, спрут, ты больше всех нанес вреда биополю Елены. Ты самый большой паразит в ее биополе. Ты довел человека до очень страшной болезни. Тебе это понятно? Зачем ты это сделал? Вкусная она. Не слышу? А вкусная. Понятно. Хорошо. Я подхожу к нему и завязываю ему лапы, как в прошлый раз, спруту. 1, 2, 3. Рычит. Отлично, хорошо. И уменьшая спрута в 2 раза. 1, 2, 3. Сила моего намерения, да будет так. Он катается сейчас. Отлично. И направляя на него печать семи архангелов. 1, 2, 3.
концентрирую удар и мощнейший, концентрирую энергию мощнейшим ударом света, сбиваю его. 1, 2, 3, удар света. Как катается из него какая-то вот эта белая жидкость, как молоко. Понятно. Варь, довела человека до рассеянного склероза. Что это за белые вообще паразиты? У нас белые были когда-нибудь, Вера? Один раз был, да? Ладно, хорошо. Все. Объявляю программу. Сейчас начинается реверс энергии. После реверса энергии я заберу у вас чистую энергию. Вы заберете сначала грязную, а мы потом заберем у вас чистую, которая принадлежит Елене. После этого я дам команду, и все вытащат всю находящуюся в биополе. После этого будет проведена проверка. Кто меня обманет, будет получить удар в 1 миллион герц. Если выживет, его надолго запомнит. Хорошо, приступаем к реверсу энергии. Я даю команду тонкой копии Елены спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную, патогенную, низковибрационную энергию в ее биополе. 1, 2, 3. Начали выстраиваться каналы сущности. Каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам. Чужеродное по отношению к Елене, энергия страха, неуверенности, энергия всех болезней, всего негативного, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усиливаем потоки в 50 раз, до последнего микрона, все назад. Спрут связан, Вера? Да. Отлично. На боку лежит. А лежит. Мерзкая сущность. Серо-бордовая какая-то, к нему энергия идет. Усиливается этот канал в 50 раз. К нему все назад. Все, что он дал ей, уходит к нему назад. Здесь игры много что наворотили. Я сегодня это все на них установлю. Проверим, как она работает, игры. Ваша техника. Там за 3 года, ты знаешь, они могут установить копию целого человека. Конструкцию. Они копию сделали. Ну, хорошо. Отлично. Посмотрим сейчас. Провода идут к этой копии. Как пластина, рядом она стоит. Копия. Ты посмотри. Рядом с тонкой копией, я имею в виду. Я понял, да. Все дала. И устанавливается фильтр из золотой сеточки на все каналы. 1, 2, 3. И в порядке реверса Елена, забирая чистую, светлую, божественную энергию обратно. Пошла энергия божественная, чистая. 1, 2, 3. Все, что у нее похитили, все, что у нее изъяли, до последней капли возвращает Елена. Себе обратно. Она хозяйка своей энергии, возвращает все свое себе обратно. Вот от спрута идет энергия такая светло-фиолетовая, она мерцает красиво такими блесками. Это и есть та энергия, которая ответственная за, чтобы у нее не было рассеянного склероза. Это и есть 7-я чакра. Это как раз то и есть темечко подключения космической энергии. И вот эта мразь, сидящая сейчас в клетке, это я не знаю, но это убийца для меня в моих глазах. Эта сущность просто убивала человека, просто. И сколько таких диагнозов рассеянных склерозов, ты представляешь? Ни один врач не найдет, никогда, никакую причину. Если они умеют выходить в астрал и видеть этих тварей, а смотреть на них не доставляет никакого удовольствия. Энергия интересная такая. Вот, все, кто отдает, да, вот, давай рептилоида возьмем с Грэмми. Вот эта энергия, которая к ней возвращается, она вся мерцающая. Что это за энергия мерцающая? Синяя и голубая, она вот какими-то такими, как, такие, как звездочки у нее мерцают. Я знаю, я вижу, Вера. Я спрашиваю, кто у Грэмми, что это за энергию, которую вы воровали? Космическая душа эту энергию воровала. Чуть громче говори. Космическая душа воровали эту энергию, да? Да, да. А зачем она вам? Неопределенный поток, они говорят. Какое? Именно? Заряды есть определенные в ее энергии. И вы решили это украсть у нее, да? Вы пользовались этим. Ну, вы потому все... что она не пользуется. Ну а как она может пользоваться, если у вас... 5 с Грэмми, 6 сущностей, сидящих в ее биополе. Вы ей хоть шанс один дали? Вы забрали все ее права, которые полностью нарушают законы мироздания.
Вы нарушили все возможные права. И вот даже от черта с бесом идут красная идет энергия, и она тоже мерцающая. Бес, а что это, чего вы мерцающую энергию воровали? Или у нее вся энергия мерцающая? Она вся у нее такая. Понятно. Но бес, я больше чем уверен, он не знал, какую он воровал. Или он знал, какую энергию он воровал? А он это и говорит, что я... вот то, что он мне показывал, он выходил и находил ее потом. Он по этой энергии ее и находил. Но не понимал, что это. Там какой-то заряд тока у нее определенный есть. Это, видать, какой-то дар у нее есть. С этой энергией ей надо просто разобраться и узнать, что это за энергия у нее в ней присутствует. Но это больше... Они отдали. Это ей больше куратор может когда-нибудь рассказать. Если она захочет, может обратиться. Очень ответственный момент наступает. Я дам команду, и вы заберете все из ее биополя. Вы все забрали, вернее, все уже забрали из биополя. Нет, никто не забирал. Никто не забирал. Отлично, хорошо. И сейчас, на счет три, вы выходите из клетки, Вера. Наша защита активирована. Все вытаскиваете все из ее биополя. Спрут может передвигаться там? Нет. Распутываем лапы. 1, 2, 3. Да. Спрут, я тебя предупреждаю, если хоть что-то я найду после того, как ты вытащишь, я тебя вместе с этими яйцами и сожгу. Ты это понял? Да, все, метнулся быстро и вытащил все из ее головы. Все, до последнего микрона. Снимает. Присоски снимает. А еще он у нее как что-то вытаскивает. А что это такое? И сматывает. Что это ты вытаскиваешь, Спрут, оно рассказывай. Ну, это не присоски его, но они как-то как на одной линии на какую-то приклеены и в спирали замотаны в голове. Три. Угу. То есть туда хранятся там они. Что это такое? Это живое, органическое, да? Ну, это его. Какую энергию воровал? Вот представь, если его лапа, как у него называется? Присоски. Нет, вот сама лапа вот эта. Щупальц? Щупальц, да, и на котором присоски. Вот она скручена в спираль и как из головы. Ну, вот я так и вижу, это скрученная, да. Так, плюс достает еще он. Да. С головы снимает, с висков отовсюду снимает. Вот. И сколько Спрут сидел в этом теле? 5. 5 лет. Что ж ты, паразит, такое устроил человеку? Ты же его почти инвалидом сделал. Вот я тебе сейчас половину твоих лап отрублю и отправлю вместе тебя вслед за этими лапами назад, туда, откуда ты пришел. А могу тебя вообще по частям отправить. Ты человека убивал. Ты его реально убивал, и за это ты будешь наказан. И попробуй что-то оставить. Я очень прошу, оставь что-нибудь, чтобы я это нашел. И ты узнаешь тогда, что я имел в виду. Ну, вот он еще быстрее стал снимать. Я реально на него злость, Вера, ты не представляешь, какая. Черт снял вот эту черную ленту, а вес с ног снимает. На руках там что есть? Руки связаны? На руках лента была вот эта. Кто ее поставил, бес или черт? Нет, от черта. Вот эта лента, это черта. Угу. А бес снимает с ног. Понятно. Но и Грей убирает. Сильная энергия. У нее сильный отток они делали. Грей тоже. Отток энергии делали через вот эту копию. Хорошо. Значит, они захотели попробовать, что это такое? Сняли все. Все сняли. Хорошо. И... Сейчас я включаю сканер. Сканер начинает сканировать все каналы. И если он что-то находит, идет по этому каналу моментальный разряд 500 тысяч герц по каналу, сжигает любую присоску, сжигает по каналу того, кто находится в клетке. 1, 2, 3. Сканер начинает сканировать на счет 3 сверху вниз, полностью проверяет все. Остается только энергетика Елены. Все чужеродное проявляется. Елена подсвечивает изнутри. И показывает на необнаруженные еще присадки, импланты, чипы, датчики, конвекторы. Она чистая. Чистая, хорошо. И все, что Грейза достали, устанавливается силами его намерения на них обоих. 1, 2, 3. Я включаю это на полную мощность. Начинается откат. Все, что вы дали боль, доставили боль Елене, возвращается к вам назад. Прочувствуйте, как работает ваша техника. Опиши, Вера. Они говорят, что ничего не получится, потому что мы несовместимые.
Вынесем, ничего не получится. Хорошо, я устанавливаю на одного это все. 1, 2, 3. И включая на полную мощность, этот прибор начинает работать. Дает точно такой же результат, который Елена получила. 1, 2, 3. Сила моего намерения. Да будет так. А так и есть. Он пищит, этот и прибор, и он же говорил, не получится. Грей, не получится, скажи мне, а? Останови. Да, останавливаю. 1, 2, 3. Ну и как вам эта энергия, понравилась? Это неправильно делать. Это, а ты правильно делаешь, когда я тебе пока сделал то, что ты сделал. Я тебе вернул назад то, что ты доставил человеку. Эту боль. И похоже, ты ее не понял. Неправильно было приходить в это тело. Неправильно было сосать у нее энергии и устанавливать в ней конструкции. Вот это было неправильно. Ты этого не понял? Все понял. Не понял ты. И включай еще раз на 100%. Пошел удар. Останови. Стоп. И снимая с них все подключки, импланты. Все, что на них установлено, оно выходит из их биополя, выходит из клетки и зависает перед клеткой. 1, 2, 3. Все, до последнего чипа, датчика, конвектора, любая конструкция. Есть. Открывается внизу портал в галактическое ядро, и все улетает в галактическое ядро на переработку в чистейшую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяя. Готово. Так, рептилоид, благодарю тебя за то, что ты сделал. Вера, они проверку прошли, мы можем их отпускать, да? Да. Все. Хорошо. Все забрали. Отлично. Сканер зеленый огонек показал. Хорошо. Бес, разрешайте забрать лярву. Он забрал. Давай каналы отключим. Сейчас будем отключать канал. Давай, я подхожу. Елены наверняка мало энергии сейчас. Сколько у нее? Ну, посмотри. У нее 80. 80 только хотел сказать. И 8? Нет, 80. Я говорю герц. Герц. Да, 8. 8,6 как-то. 8,6. Хорошо. Я подхожу к Елене, кладу руки ей на плечи и моей собственной энергии. Блокирую все каналы, меняю все подключки, полярность чиповых датчиков, если такого есть. И мощнейшим ударом в 500 тысяч герц сжигаю все каналы, которые к ней пристегнуты. 1, 2, 3. Удар. Сжигаются все каналы. Никого не тряхнуло? Каналы сожглись. В клетке никого не тряхнуло? Нет. Открывается внизу портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Все каналы улетают в галактическое ядро. Весь мусор в галактическое ядро на переработку в частичную, в чистую первичную энергию. Закрываю, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, так, все. Рептилоид, готов уходить? Благодарю за службу. Благодарю, что ты проконтролировал. Готов уходить? Готов. Хорошо, больше в это тело не возвращайся. Мы будем его проверять. Кого найдем еще раз в этом теле, мы теперь его будем регулярно проверять. Тот получит страшнейшую программу. Поэтому лучше найдите себе новое место обитания. Все поняли? Поняли. Все, открывается наверху портал на частоте рептилоида. 1, 2, 3. И рептилоид уходит на свою частоту, забывая дорогу назад. Закрывай, опечатывай, растворяй. Пошел. Хорошо. Грей, еще раз увижу вас в этом теле, тогда реально накажу. Открывается наверху портал на частоте Грея. Грей улетает на свою частоту, забывая дорогу назад. 1, 2, 3. Пошли тоже. Хорошо. Бес, благодарю за то, что все снял. Больше, пожалуйста, в это тело не приходи, даже если тебе энергия очень понравится. Первый раз я дружелюбный, но второй раз лучше тебе меня не видеть, когда если я найду тебя второй раз. Ты это понял? Слушай, он отравился лярвой. Да ты что? Он посинел. Видимо, вот это... энергии, это не для него, которая у нее есть. Ну, он ее сам. Ну, что, таблетку ему дать? Нет, ну, отправляй. Давай. Хорошо, открывается внизу портал на частоте беса. 1, 2, 3. И бес уходит на свою частоту, забирает все, что он с собой принес. 1, 2, 3. Закрывай, печатай, растворяй, ставь огненную пентаграмму. Готово. Черт, готов уходить? Готов. Больше сюда не появляюсь. Открывается портал на его частоте. 1, 2, 3. Черт уходит на свою частоту, забывая дорогу назад. Готово. Так, мне остался вопрос, что делать со спрутом. У тебя есть какие-то спрут-предложения? Как тебя наказать за то, что ты сделал?
Он рассказывает про нее. Такая энергия бывает только, как он говорит, у голубых кровей. Ты готов за эту энергию поплатиться своей жизнью? Нет. Вот. Вот это я и хотел спросить. Это первородные энергии. Первородные энергии. Самые первые души. Вот так вот. Хорошо, даже если это первородная душа, ты не имеешь права к ней больше никогда подключаться. Если я тебя отпущу сегодня живым, целым и невредимым, а ты мне после того, как ты мне скажешь, ты больше никогда сюда не придешь. Если же Елена мне позвонит, то ты не успеешь даже это и понять. Через 10 минут я тебя вытащу. И после этого я тебя сожгу в галактическом ядре. Ты это понял? Насколько это серьезно сейчас? Да, он понял. Вот. Ищи себе другие энергии и никогда больше сюда не приходи. Я это повторять не буду. Ты видел, как я работаю и как я поступаю с теми, кто обманывает. Все, готов уходить? Да. Открывается наверху портал на чистоте белого спрута. Он забирает все до последнего микрона. Вера, проконтролируй, чтобы ничего не бросил. И уходит, высасывается на свою чистоту. 1, 2, 3. Закрывая печать. Но он не бросил, но от него вот это белое, что вытекло, оно осталось. А, понятно. Хорошо. И включаем высоковибрационные энергетические лучи. 250 тысяч герц. Они вытесняют все остатки, все, что могло остаться чужеродное от интерферентов. 1, 2, 3. Лучи начинают сканировать комнаты и вытесняют все чужеродное. Все сжигается. 1, 2, 3. Остается чистая первичная энергия. Готово. Хорошо. Отлично. Так, мы закончили с ними. Поехали дальше. Переходим на чистоту магического воздействия. Для такого есть, оно проявляется сейчас. 1, 2, 3. Нет. Переходим на чистоту неупокоенной бесплотной души. Если такого есть, оно проявляется. 1, 2, 3. Чисто. Переходим на чистоту бесплотной подселенцы. Если такого есть, оно проявляется. 1, 2, 3. Чисто. Переходим на чистоту негативной эгрегора, мешающей жизни, судьбе и здоровью, физическому и энергетическому. Если такого есть, оно проявляется. Эгрегоры есть. Оставляет или хочет от них избавиться? Обращаемся к Елене. Избавиться. Хорошо. Проводим работу по отключению негативных эгрегоров. Сама тонкая копия принимает решение, приняла решение, что она хочет отключиться от эгрегоров. И я подхожу к ней, кладу ей руки на плечо и даю ей свою энергию. И я концентрирую импульс высоковибрационного шока удара, отсекая от Елены негативно воздействующий на ее жизнь, здоровье, биополе, эгрегоры. 1, 2, 3, удар. 200 тысяч герц, сжигает все. То. Хорошо, и открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3, негативные эгрегоры улетают в галактическое ядро на переработку. Закрывай, опечатай, растворяй. Есть. Переходим на чистоту лярвы. 1, 2, 3. Если что-то еще осталось, оно проявляется. Нет, лярва. Бес отравился конкретно этой энергией. Такого еще не видел. Хорошо, и... Из живота тонкой копии Елены, 2 пальца ниже пупка, гипотогенных энергий, сжигая энергии болезней земных и космических, активирует гармонию и свойства чакры. Если где-то осталась негативная энергия, то энергия проявит ее в виде темных пятен. 1, 2, 3, пошел свет. Готово. Хорошо. И открываем воронку против часовой стрелки и бери свой высокий вибрационный инструмент для удаления остаточных негативных энергий и вибраций по биополю Елены. И приступай к работе. Вычищай полностью все остаточные энергии. Готово. Хорошо. И утилизируй инструмент, уносится в галактическое ядро на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатай, растворяй. Есть. Хорошо. По закону воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Елена должна взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Она готова это сделать? Она готова, да. Хорошо. Я говорю вслух, а ее тонкая копия пусть повторяет за мной. Я вызываю все соглашения, контракты, договоры 1975 года. Воплощенные на Земле, которые заключены осознанно и неосознанно. Все кармические договоры, контракты рода, контрактляры, контрагента, а также всякого рода дополнения к соглашениям, контрактам и договорам. Вылезли договора? Да.
Хорошо, мы спрашиваем тонкую копию, пусть она посмотрит на эти контракты и договоры, хочет она ли их оставить или хочет она с ними расстаться. Мы можем ей помочь их аннулировать. Говорит, я аннулирую все. Отличный, правильный выбор. В этой жизни вам эти контракты не нужны. Пусть повторяет за мной. Внутренней властью моего суверенного я объявляю, что все эти соглашения ноль и аннулированы. Я аннулирую волю души и законному праву распоряжаться собственными энергиями. Прочитала она? Да. И открывается портал в галактическое ядро 1, 2, 3. И все контракты, договоры улетают в галактическое ядро. Все контракты аннулированы. 1, 2, 3. Готово. Хорошо. Пусть повторяет за мной. Закрывая, печатаю, растворяя. Есть, да? Хорошо. Я беру ответственность за свою жизнь, свои руки. Я выражаю намерения своей души и личности. Во всех мирах, междумирьях, планетах, реальностях, уровнях, плотностях, измерениях, воплощениях, временах и снах. Сила моего намерения, да будет так. А так и есть. Прочитала она? Ты знаешь, она прочитала. И у нас вот над комнатой диагностики где-то высоко. Вот там как будто присутствие, что-то я ощущаю, какие-то энергии. Это вот первородные души, которые смотрят на нее. Хорошо. И информация, что они очень редко приходят на Землю, потому что у них достаточный опыт уже на Земле. И вот они как семья одна, они на нее смотрят. Мы сейчас обращаемся к ним. Если они хотят, они могут сейчас прийти к нам в комнату диагностики, если они являются... Нет, они не спустятся. Не спустятся. Хорошо, все. Хорошо. Если они хотят что-то передать, они могут ей передать во время, пока мы еще работаем. Хорошо, Вера. Нет, у них между собой просто связь, они понимают друг друга. Отлично. Хорошо, пусть так и будет. И выходит эмоциональный фантом Елены, 1, 2, 3, и проецирует тебе все негативные программы, негативные мыслеформы, а также низковибрационную эмоциональную энергию злости, раздражения, ненависти, гнева. Все это низковибрационное, ей же сгенерированное, проецируется на ее эмоциональном фантоме. Как клубок такой вышел. Спрашиваем тонкую копию, как она поступит с этой энергией. Мы можем ее переконвертировать, можем произвести сброс в воронку. Убрать. Есть. И открывается воронка против часовой стрелки. 1, 2, 3. И производим сброс синей низковибрационной энергии, эмоции, мысли на счет 1, 2, 3. Пошел сброс. Готово. Закрывая, печатаю, растворяя. Есть? Да. И подсоедини тонкую копию Елены к источнику высокой вибрационной энергии, которую Елена получает во время сна. Хорошо. И запускаем процесс активации, идентификации души на счет 3. 1, 2, 3. Пошел процесс. Хорошо. Подсоедини тонкую копию Елены к источнику Палькаса, биополе Елены. Пошел процесс. Готово. Хорошо. Какая частота вибрации максимально комфортная для биополя Елены сейчас? 28. И подними до необходимого значения 28 Гц. Пошел, подъем. Готово. Хорошо. Пусть тонкая копия Елены вспомнит самый счастливый момент в жизни и даст нам числовое значение. 750. И подними уровень эмоционального состояния тонкой копии до числового значения 750 Гц. Пошел, подъем. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Есть. Хорошо, Вера, мы закончили чистку. Будем возвращать тонкое тело Елены назад. Ты готова? Да. И для освоения энергии возвращаем тонкую копию Елены в систему биоробот-душа, заводим, подключаем ее к каждому внутреннему органу, каждой клеточке извилинки головного мозга. Идет 100% синхронизация вибрации энергии между физическим телом и энергетическими тонкими телами. Готово. Хорошо. И отключайся от объекта и перемещайся в комнату диагностики. 1, 2, 3. Да, я здесь. Хорошо.